За святую Русь помолюсь, чтобы Божью нить пробудить, чтобы русский дух да не потух. Дальше поговорим. Так, я обращаюсь сейчас, смотрите, если, допустим, такие девушки, вы не же увидите востребованы, насколько они грамотны, насколько они по-хорошему смелы, с какой дикий объем работы выполнен до сих пор. Тоже два высших образования. Вот. Елена Сергеевна, тоже. Зовут ее Савинич. И нет, не так. Фамилия у нее Савинич, Елена Александровна, имя, отчество. И вот, значит, она, я не же скажу, сколько у нее всяких этих набралось, да? Но главное-то не это. Попрактиковавшись в своем саде, скажите, она после этого что-нибудь худшее сможет вырастить? Зная все мои секреты, они всему свету, но у жилье-то головки красиво, все это не вылетит никогда теперь. Почему? Вот, вот, Елена, это нельзя. Потом оказалось, что в саду ничего делать не надо, и чем меньше работаешь, тем больше. А какой человек не запомнит, что чем меньше работаешь в саду, вот. А она-то это на практике видела. Ну вот еще фотография, посмотрите. Вот. Вы думаете, у нее хуже будут груши? А, вот. Значит, дошло до того, что мне так кажется, зачем-то она приехала и говорит, меня прислало мое руководство, она теперь аспирант, Елена Александровна, мое руководство меня прислало с целью, чтобы я обмерила ваш сад, потому что, ну, видимо, на словах я выглядел не очень, как сказать, не очень убедительным в ее рассказах. Видите? Смотрим дальше. Вот. Это будет бенефис троих моих красавиц. Смотрите. Елена Александровна, она как бы чуть ли не поселилась тут. Вот, и поэтому, ну, она явный лидер. Ну, тут ничего не поделать, девчата, обгоняйте. Так вот, а вы, смотрите, кто-то, допустим, мужским взглядом министр просвещения скажет, да мы ее с руками оторвем. Она у нас программу будет новую составлять, потому что по старым программам ничего вырастить невозможно. Я вам это докажу. Так вот, обратите внимание, молодой министр, на эту девушку. Вот. Тут не обойтись без какого-то личного обаяния. А вот эта девушка обаятельна настолько. Вот. Я специально не стал показывать ее самые красивые фотографии. Почему? Вот. Догадайтесь сами. Вот. А для Елены Сергеевны это находка, потому что они по уровню образования, это как две копии. Это лучше бы подруги, заместители, ей бы не найти никогда. Но я это вам не говорил. Вот. Смотрим дальше. Насколько она вредная, поняли? Вот. Ей бесполезно что-то доказывать. Она говорит, я сама проверю. Она ищет следы болезни. Вот помните про 12 обработок, которые в Польше? А только от этого. Там было сказано о гербицидах и о 12 обработках этих самых, от парши, да. И вот. Ну, на мое счастье, она не нашла ни одного больного листочка. Ни единого. Но вредная, но настырная. Вот. А здесь знаете, что будет через секунду? Мы вот так разгребем эту траву и увидим червячные ходы. А все остальные, это мы и плюс вы, ребята, а у нас это вот. Мы неделю назад проводили вебинар, там сколько просмотров? Около 600. Это и все. Вот. А когда включаешь первый канал, а у него дочерняя компания называется телеканал «Бобер». Там другие совсем люди. Кандидаты, и еще надо кандидатский стаж заработать. А там уже кандидаты, они все эту листву сгребают и говорят, кислород подавать будем. Вы еще не смеетесь? Вы-то ветеран уже знаете, я два раза про это рассказывал и фотографии показывал. Вилами
Ставят вилы, наступают на них, выдергивают, прошел сантиметров 20. Вилы воткнули, кислород подают. Как я возмущался. Теперь смотрите, что. Смех, это над этой дикой, и слезы стоят в глазах. Сергей Сергеевич, это уровень это, современной науки. Нет, не так, не науки. Тех, кто притворяется учеными, и для того, чтобы заработать серебряники, ну, получасовой фильм, центральное телевидение, гонорары, надо же придумать что-то. В общем, вы поняли, да? Я надеюсь, что те небольшое количество ученых, или хотя бы среди нас есть те, кто закончил высшее учебное заведение, как биологи, как экологи и как агрономы. Так вот, я надеюсь, что они тоже со мной смеются, вот, потому что я сомневаюсь, что в университетах учили вилами землю протыкать, кислород подавать. Но я специально говорю, я должен был с ней вместе встать на колени, разгрести траву и сфотографировать, полно фотографий, червячных ходов, о которых забыли, перекапывая почву и уничтожая червяков. Видите, я вроде бы говорю с серьезными людьми, в надежде, что не сейчас, может, через 10 лет, где-нибудь, знаете, как. Вот как Бондару надо умереть. И вот он умер, я о нем рассказываю, панегирики. А вдруг к нему это самое, скинутся Сергей Сергеевич и, значит, Елена Сергеевна, зам и министр, скинутся, пришлют, не ко мне, нет, надо бы и ко мне, но в первую очередь Боднару, наследие спасти. Понимаете? Но вот поэтому, извините, я в таком тоне разговариваю, поэтому я говорю, друзья, уже чуть ли не забыл про вас, с высоким начальством. Пусть виртуально, пусть они меня не слышат.